Привет, друзья! Меня зовут Саня Левич. Я системный администратор, админ сайта «Хоккейного клуба Витязь». Ну, некоторые люди знают меня как СПЗ, как хип-хоп-исполнитель. Добро пожаловать в Южное Подмосковье! Е-е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 
выигрываю. Каждый порог, но не жалею рот. И новый поворот, неважно, запад или восток. Родной вы на белый южный подмосковный клуб. Если кто не помнит, то напомню, как не зовут. Молитесь и молитесь, креститесь и креститесь. Уж крепитесь, когда роду появится гид. Сегодня мы находимся в ВТБ Ледовой арене и увидим Кубок Мэра. Первый матч, матч открытия, где будет играть наша любимая команда. Ну, в общем, пойдем туда. Какая красавица арена. Или красавица арена. Ну вот, короче, мы пока ждем аккредитации. Решили переодеться в форму Советского Союза, вспомнить былое. Ну, мы же все-таки родились в Советском Союзе. Конечно, не все. Вот. Но скоро все будет, сейчас подойдут болельщики, я обязательно к ним подойду, пообщаюсь. И к болельщикам «Динамо», и к болельщикам нашего родимого, любимого «Витязя». Пресс-центр. Но самое главное, что есть здесь буфет. Да я снимаю. Даже пиво есть. Нет, пиво нам нельзя, пиво мы не пьем. Да, Денис? Это наш фотограф Денис Дюдюев. А с 5000 нет, да? Ну вот, в общем-то, рабочее место, обустроились, ну и скоро будет поинтереснее. Он девочек снимать приехал или автобус снова, я не понял. Все сразу. Ну как, Геннадий, настрой-то? Только настрой, даже девушки сейчас сказали, что вы сегодня видите, должен победить. Да? Пирожками главное всегда. Муж скушали. Запечатлели. Да? Вот. Геннадий Набатов это. Вам выдали, да? Так, народ собирается. Матч где-то через полчаса уже. Ну, для четверга неплохо. Поделись впечатлениями о новой арене, где вы будете выступать, и о предстоящем матче. Что можешь сказать? На самом деле, жду борьбы. Новая арена замечательная. Я рад, что «Динамо» именно здесь будет играть. Лужники все-таки устарели в этом плане. Нужна модернизация. Модернизация сейчас проходит во всем мире в хоккее. Так что ВТБ Ледовый дворец в этом плане замечательное место для хоккейного «Динамо». Расскажите, как чувствуете перед матчем себя? Как сыграем? Как сыграем? Победа «Витязя» однозначно. С каким счетом? 3-2. Правильно, мы я верили, тоже так думаю. Смотрели его предсезонные игры, контрольные, так вроде он должен у нас нынче выиграть, да. Все почти. Защитники какие, да? Да, классно. Защитники хорошие, Кривина хороших очень. Ну да. То есть верим в его, в победу верим на этом турнире. Правильно, мы тоже все верим и поэтому все посмотрим. Можем сейчас сказать, Витязь, вперед! Динамо Москва! Спасибо. Впечатление от первого периода, может, кто-то понравился, кто-то не понравился. Первое впечатление, самое большое, от стадиона. Стадион супер, игра нравится, все еще впереди сегодня. Спасибо большое, ждем победы. Спасибо. Игра отличная, я уверена, мы победим. В общем, Витязь, вперед! Класс, спасибо большое. Ну что я могу сказать насчет первого периода? Вратари
творят чудеса. Еременко, Хари. Вообще молодцы. На лбу. На лбу? Володь, да, снимай. Давайте что-нибудь с этого закричим, я не знаю. А как снимать, слышишь? Куда нажать на цель? Она снимает. Классно. Я бы был бухэмми. Я бы был бухэмми. Почему? Могли бы и выступить. Допинг, наверное. Наверное, допинг, да. Вот. Что ж, мастера играют 3-5. У нас Витязь умеет создавать себе ситуации. Особенно вот ЦСКА любит поиграть 3-5. Динамо, видимо, не прощает такого. Ну, да? Ничего, будем работать, правильно? Да, конечно, будем работать. Поддержим команду везде и всегда. Спасибо. Ждем вас в субботу. До свидания, спасибо. Друзья, не расстраивайтесь. Руку не дали. Ничего, Никит, мы в подольске в раздевалку тебя. В субботу приедете? Да, обязательно. Класс. Значит, увидимся. Да, счастливо. Да. Скажите пару слов после матча. Да. Как вам игра? Хорошая игра. Наконец-то. Мне кажется, команда хорошо трепились. Несмотря на то, что все под нагрузками, все это прекрасно. Ну, в смысле, нормальные болельщики это должны понимать. Ну, да. Вот. Ну, хорошая игра, интересно, были моменты, наконец-то. Голы хорошие, да? Да, позиции. Как арена? Ну, арена, я уже говорил неоднократно, классная арена. Да. Согласитесь, да? Да. Табло просто показывает лучше, чем своими глазами. Да. Рядом с нами мы сидели на центре, женщина сидела, она даже на поле не смотрела, она улыбилась так. Класс. Каждому свое. Спасибо. Желаем вам тоже побед. Спасибо. А мы вам. Спасибо. Все, спасибо. Сейчас иду к кассам, показать, как люди уходят. В принципе, на пресс-конференции, наверное, особо не нужен, да и я одет в шортах, как болельщик. Вот. Ну и потом мы с ребятами из пресс-службы, из нашей, сделаем вам новости. Я поставлю все на сайт. Фотографии Дениса Дюдюева. Ну. В общем-то, вот выходы. Оказывается, люди идут в мою сторону, наоборот. А потом еще говорят, что в России жить плохо. Все идут в машину. Они в сторону метро. Все, домой. Домой, домой. Дэн, скажи домой. Домой. Увидимся в субботу.